Так, друзья, убрали брошкину на мясо. А палку не показывал, потому что на дворе мухи, надо было быстро, оперативно. Задки я уже отделил, до задков потом дойдем. И сегодня хочу попробовать другим ножом. То есть, не таким, как все привыкли бачить, а вот таким. Нож для разделки, він тоже такий самий длиной, просто дизайн чуть-чуть, ну короче, длина лезвия така ж сама. Вот получается їхня длина, все таке саме, просто единственное, сам дизайн лезвия другий. Цей нож тоже Трамонтино, Бразилия. Толщина лезвия така сама, лезвие не гнется, крепко, так же, как и тут. Просто цей такий, як, типа тисачок, а цей такий для, це, для разделки мяса. Оцей. И цей для разделки мяса, ну просто види разные. Тут тоже ручка така сама, даже чуть-чуть более пориста, антискользящая. Тут, допустим, такие, как типа пупырышки, а тут такие, как типа, не знаю, как кора дерева, что-то похоже. Ну такая, она более, эта ручка более такая массивная и более, наверное, и поудобней. Так, ладно, это забираем сюда. Поэтому хочу попробовать сейчас новым ножом. Вот при вас открыл и попробую новым ножом. Мусати тоже трамонтиновский. Мусатить не буду, потому что он новый. Кому надо, в продаже есть. Не много, но есть. И мусати, и ножи, и такие разные. Так, поехали. Цей нож вообще получается, не чувствую вообще, как веду. Не чувствую вообще, как веду. Вот. Начинаем снимать сало с лопатки. Thank you.
Спасибо.